И снова всем привет. Ну что, нанесем еще один удар альтернативщикам. Сегодня мы снова будем разрушать миф о том, что шарообразная форма Земли нигде не учитывается. И в этот раз я хочу рассказать об артиллерии, баллистике, ракетах и, в общем, обо всем, что связано со стрельбой. Для начала я схематично покажу, в чем, собственно, проблема и как кривизна влияет на стрельбу. Допустим, нам известна дальность до цели, и мы без проблем можем рассчитать угол возвышения орудия, предположив, что поверхность между нами и целью плоская. Но поверхность, конечно же, не плоская, как бы этого ни хотели альтернативщики, и с этим приходится считаться. Поверхность закругляется, опускаясь вниз для наблюдателя. Соответственно, цель тоже оказывается ниже. Эту разницу и следует учитывать при расчетах баллистики. Можно, конечно, внести в расчеты поправку на разницу высот, но и эту разницу тоже нужно рассчитывать. Поэтому обычно поступают проще. Вносят поправку не на разницу высот, а по дальности. То есть стрельба ведется так, будто земля плоская, но расчетная цель будет ближе, чем реальная. «Докажи», — прокричит плосковер. И, в общем-то, будет прав. Хорошо, вот вам и доказательство. Перед вами баллистические таблицы выпускались для военно-морского флота США. Это расширенные таблицы для 16-дюймового орудия при дальности стрельбы примерно до 40 километров. И та самая поправка по дальности на кривизну здесь вынесена отдельно. Наверное, специально для альтернативщиков делали. Таблицы очень интересные и подробные. Уверен, вы такого раньше не видели. Как видите, здесь учитывается не только кривизна Земли, но даже ее вращение. А если быть точнее, то учитывается сила Кориолиса. Ссылки на документы я, как всегда, оставлю в описании. И я предвижу, что в комментариях нарисуется хоть один, но артиллерист, который будет утверждать, что все это вранье, он сам лично стрелял, и никакой кривизны там рядом даже не лежало. Так вот, во-первых, поправка важна, когда есть достаточно большая дальность и высокая требуемая точность. Сомневаюсь, что оппонент стрелял из сколько-нибудь сравнимого по дальности с такими корабельными орудиями. Да еще и рассчитывал все сам, с нуля. И отсюда вытекает во-вторых. За тебя либо считает баллистический вычислитель, либо тебе, как простому исполнителю, в руки дали готовую таблицу со всеми уже учтенными поправками, в том числе и по дальности. С артиллерией закончили, переходим к баллистическим ракетам. Думаю, вы догадываетесь, что там масштабы совсем другие. И там форма Земли уже не какая-то небольшая поправка, с которой даже не все артиллеристы сталкиваются, а это уже основа всех вычислений. Взгляните на все эти расчеты. Это все расчеты траектории баллистических ракет. Посмотрите, все наши шароверские цифры я выделил красным цветом. Что вы на это скажете, альтернативщики? Тут чуть ли не в каждой формуле Земля шар, да еще и вращающийся. Кто-то из вас, возможно, приведет как аргумент какое-нибудь пособие для студентов первого курса, где будет написано: в расчетах применим следующее допущение. Земля плоская и не вращается, плотность воздуха и гравитация с высотой не падает, Дед Мороз существует, президент не врет, страну не разворовывают. И так далее. Ну, господа, на то они и допущения, и упрощения. Пусть студенты хотя бы так научатся считать, а потом переходят к более приближенным к реальности вещам. Или, например, придет какой-нибудь гипотетический стреляка из баллистических ракет и скажет, что нигде ни в расчетах не учитывал форму Земли. Ну так пусть покажет расчеты, по которым он работает. И, наконец, стрельба из огнестрельного оружия. Тут уже учитывается не столько форма Земли, ведь дальности все-таки уже не те, сколько ее вращение. В одном из предыдущих видео я рассказывал про силу Кориолиса. И представьте себе, она тоже может оказать влияние на результаты стрельбы. Опять же, можете ознакомиться с баллистическими таблицами. В них, как вы видите, определена поправка, зависящая от азимута стрельбы, широты места расположения стрелка и некоторых других параметров. И тут какой-нибудь одаренный обязательно скажет: я снайперна, кулист-трактористна, стрелял из СВМ, СВД, ВСС, КПСС и трижды за ногу АБХСС. Не было там никаких поправок. Окей, родной. У твоего оружия стандартное рассеивание 10 см на дальности 300 метров. С такой точностью от этих поправок никакого толку. А вот у высокоточного оружия ситуация немного другая. Я покажу вам небольшой отрывок из ролика, ссылку на который оставлю в описании. Автор на практике показывает влияние вращения Земли на результаты стрельбы. Hi, I'm Jeremy Winters, product specialist here at Gunworks. Today we're going to go over one of the common issues guys have when collecting data to either build a drop chart or a ballistic compensator like we use on our system. Now, real quick, let's kind of just explain the Coriolis effect in layman's terms. The Coriolis effect is the effect that when the bullet leaves the barrel of the gun, it is actually leaving the surface of the earth. So as the bullet leaves the barrel of the gun, the earth is still rotating. So as the earth rotates, it actually rotates from the west to the east. So what that's going to do to our targets is
is if you're shooting west, your target's going to rotate up and towards us, which is going to cause the bullets to hit lower. And if you're facing east, the target's going to be dropping and slightly moving away, which is going to cause the hits to be higher. Now, why this is important is out to 1,000 yards, you could have almost a full minute of correction. We're gonna switch directions, switch the bents over, and we're gonna shoot east now. All right, we've made it down to our target that we shot at the west. This is our west target here. And as you can see, they've all dropped in quite low. We've got 8 inches from center to the center of the group. All right, we've made it down to our target on the east target now. And as you can see, they're not quite too high. We've got about 3 inches, maybe 3.5 to the center of the group above bullseye. So if we compare this to our other target, we're 3 inches high here, we're 8 inches low there. That's 11 inches, just over a minute of difference between just shooting from the west to the east. Суть в том, что при стрельбе без поправки на запад пули летят чуть ниже, а при стрельбе на восток чуть выше. Ну и других тонкостей там тоже хватает. Рекомендую посмотреть полное видео на канале автора. Ну и подведем итоги. И так сказать, забьем еще один гвоздь в крышку гроба плоской земли. Артиллеристы учитывают кривизну и вращение земли. Ракетчики не просто учитывают форму земли, для них это основа всех вычислений. И стрелки, конечно же, в определенных условиях учитывают вращение земли. Ну вот и все, что я хотел сказать вам на сегодня. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго. Постскриптум. Уважаемые так называемые специалисты, спасибо, как говорится, но насмотрелся я уже на вас. Пожалуйста, оценивайте свой уровень профессионализма и компетенции трезво. И желательно делайте это до того, как решите что-нибудь написать. Вы живое доказательство эффекта Даннинга-Крюгера, когда человек в силу своей низкой квалификации не способен осознать ни свои ошибки, ни, собственно говоря, насколько низок уровень этой самой квалификации. Проще говоря, чем глупее человек, тем большим профессионалом он себя считает. Кого я только не видел на своем канале и за его пределами. Один тут 40 лет назад держал нивелирную рейку и после этого стал считать себя геодезистом. Другой мнит себя морским штурманом, но при этом не может назвать ни состав навигационного оборудования, ни принцип его работы. Или ракетчик, утверждающий, что у него все считается по плоскости, но как именно считается, так и не смог показать. Потому что ракетчик, он по принципу. Вот тут включишь, сюда нажмешь и больше ничего не трогай. И таких специалистов немало. По тому же принципу я могу объявить себя кем угодно, от архитектора до психолога. Вот теперь точно все. Всем пока.